этот обзор мы анонсировали уже не раз, и все с нетерпением ждали, когда же новинка попадет к нам в руки. И вот, наконец-то, она у нас. Привет! В этом обзоре от компании Allo с вами долгожданный флагман Sony Xperia Z5 и Катя. Это топовое устройство во всей линейке смартфонов от Sony с числовым индексом 5, таких как M5, C5 Ultra и Z5 Compact. Но есть у Sony еще один козырь в рукаве, еще более прокачанный Sony Xperia Z5 Premium. Его обзор можно очень скоро увидеть на нашем канале. Как ни крути, а конкурентам вполне способен выступить любой флагман образца 2015 года. От LG G4 до Samsung Galaxy S6 и S6 Edge, от iPhone 6s до Samsung Galaxy Note 5. Прежде всего, у Z5 обновлен дизайн. Характерная для всех смартфонов и планшетов Sony круглая кнопка блокировки уступила место гораздо более удобной и крупной кнопке. В саму кнопку добавлен сканер отпечатков пальцев. Ну, модно это сейчас, модно. Да и безопасность гораздо более серьезная. Остальные элементы управления и разъемы остались плюс-минус на своих местах и расположены все так же удобно для пользователя. За исключением качельки громкости, она съехала вниз. Дизайн остался узнаваемым. Заднее стекло теперь матовое с глянцевым логотипом, меткой NFC и логотипом Xperia. Кстати, логотип продублирован в виде гравировки на одном из алюминиевых торцов, на левом. Размеры устройства, что называется, как раз, все в меру, в руке лежит вполне комфортно. Цветов корпуса 4 – черный, зеленый, золотой и белый. Резюмируя главу о дизайне, могу сказать лишь одно – безупречность в чистом виде. Sony просто не умеют делать что-то посредственное. Чипсет Snapdragon 810. А это значит, что все летает и ни при каких обстоятельствах не ползает. Ни в играх, ни в работе с приложениями. Безграничная мощь 8-ядерного процессора у вас в руках. Для всех волнующихся о перегревах. Мы спешим вас уверить, что был выпущен целый вагон всевозможных патчей и проблему искоренили. Рукам тепло, но не более того. К тому же, как говорится в одном сериале, зима близко. Оперативной памяти 3 гига, чего даже самому требовательному пользователю хватит с головой. Флагманы постепенно лишаются поддержки microSD-шек. И это печально. Но здесь ни в коем случае. В дополнение к 32 гигам встроенной памяти поддерживаются microSD-шки объемом аж до 200 гигабайт. Покупатели любят Sony за то, что Sony любит их. С беспроводными интерфейсами и навигацией, как обычно, плюс NFC. Все это проработает достаточно долго, до 3 дней в умеренном режиме использования. Sony не зря хвастались своим аккумулятором, подшучивая над другими производителями. Их сарказм вполне оправдан емкостью в 2019. 900 мАч. Плюс знакомые всем фанатам смартфонов от Sony режимы стамина и ультрастамина, повышающие продолжительность работы устройства без подзарядки. К тому же, пообщавшись с зарядным устройством всего 30 минут, ваш Sony Xperia Z5 наберет аж 60% заряда. Феноменально, как по мне. Дисплей имеет диагональ в 5,2 дюйма, матрицу IPS и Full HD разрешение. Если кто-то там начнет ставить в пример другие флагманы с более высоким разрешением, в состоянии ли вы различить на экране Z5 отдельные пиксели? Нет? То-то же. Изображение превосходное, и нет ничего, что могло бы это впечатление омрачить. Шикарные углы обзора и огромный запас яркости. Экран великолепен. Для тех, кто все-таки не убежден и жаждет больших разрешений, тем стоит посмотреть грядущий обзор Z5 Premium. Лучший и уникальный в плане разрешения смартфон 4К как-никак. Камеры в смартфонах Sony всегда славились отменным качеством. Вы легко сможете в этом убедиться, просто взглянув на эти снимки. Высочайшая детализация, реалистичная цветопередача при любых условиях съемки. Вы хотите крутейшие фото или видео? Просто запустите приложение камеры и тапните по экрану. Или нажмите отдельно вынесенную хард-кнопку. Результат, превосходящий все самые смелые ожидания, не заставит себя долго ждать. Камерафон ли это? Естественно, еще и какой! Фанатам автопортретов фронтальная камера тоже придется по нраву. Вы всегда превосходно выглядите на селфиках, качество великолепное, я бы даже сказала практически безупречное. Количество полученных лайков играючи превзойдет любые ваши прогнозы. Работает вся эта прелесть под управлением Android 5.1.1 Lollipop с фирменным легко узнаваемым интерфейсом. Обновление до Android Marshmallow будет, причем очень скоро. Контрольный выстрел. Девайс защищен по стандарту.
стандарту IP68. А это значит, что его можно погружать в воду на глубину до 1,5 метров не более чем на полчаса. Погружаться в воду полностью уже не сезон, поэтому мы просто щедро полили его водой. Для тех, кто жизни не мыслит без защиты своего любимого смартфона, Sony выпустили еще и чехлы-книжки. Удобные, практичные и ничуть не скрывающие всю прелесть внешности устройства, а наоборот, подчеркивающие ее. Если вам необходим премиальный смартфон с оригинальной внешностью и поддержкой двух сим-карт, с ультимативной производительностью и превосходным экраном, с великолепными камерами и влагозащищенностью, то Sony Xperia Z5 определенно ваш выбор. А в этом обзоре от компании Allo с вами была Катя и влагозащищенный флагман Sony Xperia Z5. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!